Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили качество уборки от снега территории возле школы в деревне Ликино, а также дорог, улиц, тротуаров, во дворах многоквартирных домов, подъездов к социально значимым объектам, на остановках общественного транспорта. Кроме того, оценили заливку льда на хоккейных коробках. Проверяющие отметили, что местное МБУ справляется с очисткой территории. Партийцы помимо Ликино провели инспекцию дорог в деревнях Щедрино, Осыргино, Салманово и селе Жаворонки.